Первой должна будет прийти тень. Это плотная тень. Темно-красно-коричневая, даже синими где-то оттенками. Потом появится розовый. Причем в целом, без белизны холста. После розового приткнутся листочки немножко. И только после этого в конце появится самый свет. То есть ты пойдешь от тени на свет, на свет, на свет. Сначала холстик можно выпачкать. Достаточно сложно работать на белом холсте. То есть я сейчас постараюсь не закрасить его, вот как у тебя рядом задача стоит, а просто перепачкать. И в краске закладываю столько, чтобы она потом не слишком вмешивалась в последующую заметку. Сейчас туда ты берешь голубенькую, коричневую, розовую немножечко. Вот эти три в разных соотношениях будут тебе работать в тени. Вот розового больше зашло, вот голубой. Ну, собственно, что ты здесь видишь. Ну, давай сначала это сделаем, а потом... То есть я вот это ты вот... Ты сейчас все сначала перепачкиваешь вот таким оттенком, а потом тенечку вклиниваем. Давай посмотрим по рисунку, что здесь. Ну, практически попало. Единственное, некоторые из них ты можешь прямо пальчиком вот так взять и уточнить. Например, они формируют собой больше квадратики, а не вытянутые овалы. Да? То есть ты смотри, к чему ближе форма. Вот это кружочек явный. Здесь овал, как и у тебя. А они квадратики, кубики. Два кубика тут сидят. Еще можно пальчиком немножко добавить туда кадмия. Это другой, это не розовый, это кадмий красный светлый. Причем постараюсь сразу вот так накрутить формы розы. Да, то есть у нее есть какие-то такие характерные черты. Это рубленности вот эти листы. Ну, чтобы он там освежил ситуацию. Дальше ты пальчиком без густоты краски можешь приметиться к листикам. Вот так наметить. Синим. Да. Нет, не только синим, а уже ультрамарином и с желтым, чтобы это был зеленый оттенок. И не такой плотный, не такой темный. Фон ты можешь также обогатить коричневым, с розовым, с красным, то есть немножечко повставлять туда этого цветика, чтобы они были не чужеродными фону, чтобы и цвет розы тоже там поиграл, но в небольшом количестве. Вот так можно края сбить. Мы все равно фон будем подставлять мастихиновый густой, то есть большинство из того, что ты здесь делаешь, перекроется. Но отчасти после мастихиновых мазков этот цветик будет просвечивать. То есть где-то в щелях, вот как здесь, видишь. Где-то, может быть, больше останется. И он все объединит. Понятно, значит, да? То есть ты сейчас сначала добавляешь красноты. Да. Это листья. Бутончики, потом листики. И немножко фон размусоливаешь этими же цветиками. В том числе темно-синим. Немножко отметишь еще и столик. А очень хорошо, очень правильно. И не густенько получилось, и цветно. Единственное, что здесь они не в одну линию выстроились, а захотел листочек чуть дальше уйти, да, ну, для более изящной конфигурации. А, молодец, что не поспешил их к краям присоединить, близко к краю подойти. Можешь, если рисунок тебе где-то непонятен, вот так подчеркнуть. Сначала вот освещение примерится, ну, везде все. Посмотреть, ага, оно. Дальше, после того, как появится этот чертеж, тебе уже будет проще работать с мастихином. Покажу калитру. Розовый вместе с красным дает очень интересный оттенок. Ну, собственно, что мы там увидим. Домешиваешь краску в палитре хорошенько. Видишь, как мастихин работает? Он всю краску снимает и всю краску раздавливает. Не вот так. Не вот так, а именно собрала, раздавила. Собрала, раздавила. Это если медленно, если быстро, вот так. Перемешала красочку, вытерла его. Он у тебя чистый. Набрала снова. Если не весь в соплях висит краска, а вот так колбасочкой. И жестикулируешь. Стараясь попасть в чертеж. Понимал, для чего нужен чертеж? Пристреляться к рисунку, понять, что предстоит. А потом вот так можно жестикулировать.
Помимо этого, цветочек один не держишь. Он где-то краснее в тенях, где-то розовеет. Тени остаются нетронутыми. Теневые, самые темные листочки, ты их просто не стараешься не зацепить. То есть я только светлым работаю? Да, 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 на высветление. Мы отделили этап работы со светом от этапа работы с тенью. После этого, когда все таким случатся, мы начнем еще и белесики ставить. Ну ты видишь, да, уже чем-то это смахивает наружу. А потом листики подставим и уже, может, кисточкой перейдем. Но сначала вот такое не ценное для тебя. Оно должно легко случиться, красиво. Если вдруг всего мы сняли, и все. И заново. То есть это такая легкая должна быть работа, понимаешь? Если начнешь мучиться, как-то вы форму вытачивать, сразу это зритель поймет. Ему станет неинтересно твоя работа. Ты как заправский дирижер, свободной абсолютной рукой, какие себе оставляешь. Единственное, что это мастихин, он не полностью на полной краске, ты видишь, оно так постоянно одно и то же количество. Тогда ты будешь знать, чего ожидать от движения. Ну, примерно вот так. Да. Все хорошо. Теперь, когда до какой-то степени дошли цветочки, мы немножко от них отстраняемся. То есть мы их набрали, мы их видим, знаем, где они находятся и даже какую форму будут носить. Ну, угадывается, да, что здесь надо мазнуть беленьким, там темненьким, где-то листочек. И хорошо. То есть не спешишь что-то закончить первым. Ни в коем случае. Особенно в таких работах. Дальше у нас отстал фон. Он, во-первых, поможет в конфигурации цветочка, а во-вторых, сделает их более горячими. Каким образом? За тенью цветка мы встречаем с тобой светлый фон. Рядом с светлым цветком мы встречаем темный фон. Видишь, такой шахматный порядок тени и света. Вот сейчас это нужно сделать. Берешь тот же мастихинчик. Желтый, красный. Краски не жалеешь. Новичкам всегда немножко опасно. Опасаются люди много краски взять. Да, вот это самый минимальный из того, что ты можешь взять. Еще больше и больше. Желательно, чтобы это был не единый цвет. Видишь, у него мигает то больше желтого, где-то коричневый, где-то даже красный встречается. Сначала делаешь вот что. Отделяешь цветочек от фона. С их теневых. Везде. Вот следующий замес я сразу же взял, допустим, больше красноты, больше желтоты. Рядом с цветком ты, конечно же, смотришь на его форму. Но тут можно и по-простому решить задачу, по-решительному. Вот так. Это будет красиво. То есть близко, аккуратненько, тут резче. И всю периферию прощупываешь. Тут краснее, темнее, коричневее, еще коричневый идет смесь. Ну, тут где-то белило с розовым даже есть, да? Ну, постарайся подобрать, но не суть важно. Главное, чтобы тон был, чтобы ты понимала, здесь светлый подрезает, тут темный наваливается. Хорошо. Красота. Иди вставай. Все справа. Будешь рисовать. Куда? Сюда, справа. Ну, куда-нибудь. Продолжаешь мастихином. Единственное, здесь вот чуть-чуть не угадала, потому что... Ну, не суть важно, ну, могла бы еще тут тенечку поставить. Помнишь, я? Тут тоже тенечка. Дальше. Вытираешь, выцарапывая вот так под будущее белила. Белила нечистые, немножечко с краснотой. Видишь, они не хотят быть совсем белыми. Укладываешь подобные мосты. Ищешь только самые-самые светлые мостички. И вот сюда.
Больше их, конечно, вот тут. И листики можешь тоже светло разбелым зеленого пощупать. Они потихонечку у тебя становятся не розами, а как-то другое. Больше даже, наверное, на пионы похожи. Да, я, кажется, не это роза. Да, роза, да. Пироза, роза пионы. Сейчас попробуем сделать. Вот теперь можно по одной разбирать. Когда у тебя все объединено таким цветиком единым, каждую отдельность можешь повыписать немножко. Роза от пиона отличается, одно из отличий, это грубость лепестка. То есть они все-таки у розы по сравнению с пионом угольчатые такие. Не везде чистый белый, хотя соблазн, я понимаю, большой. Но надо понимать, что роза сама по себе красная. И для того, чтобы на ней был белый цвет, он должен быть очень-очень-очень горячим. Ну, совсем не за белый. Ну, есть, конечно, и белый, но не так много. Не везде он. Да? Это, знаешь, на фотографии есть засветы. Белый и белый. Вот, чтобы не было слишком много этих засветов. Просто я разбил красноты и белила. Вместе работаешь с ними. Видишь, белого не очень много.
Подавливающим бельем. Побольше. Я сейчас тебе одну розочку покажу, как ты с ней будешь работать. Все уже от нее, видишь, не убегаю. Я с ней дружу, и не только с ней самой, а и с тем, что вокруг нее. Вот, обрати внимание, там лепесточек, он как бы зашел аж вот сюда. Есть там такой? А вот за лепесточком есть и темненький листик, и фон, который помогает розе быть живописной. Да? Угу. Роза это не самый простой цветочек, но я думаю, мы с тобой справимся вместе. Видишь, они как бы так интересно строятся, почти прямыми мазками. И как бы от этой розы появляется тень на той. Видишь, это тоже нужно учесть. Угу. Сейчас ты продолжаешь и смотришь на эти две. Они цветные по отношению к твоим, видишь? Да. Гораздо цветнее, правда? У тебя видно есть розовый и белый. И не холодненькие такие. А я еще и красный подставил. Так что
Не видно. Ну, по-моему, очень даже все у тебя хорошо. Ты видишь, вот мой, вот твой. Угу. Почти то же самое. Угу. У кого красочек не хватает, там давите, пожалуйста, чтобы были. Вот ты скажи, где мой, где твой. Ну вот мой, а вот ее. Правда? Очень. Мы с половиной моя. Ну, я вынужден сейчас покасаться их твоим, потому что это все-таки надо. Все-таки не совсем где-то любой. Желтый не хватает. У меня, ты видишь, единственное отличие, это усиленный свет. Местами такие напряжения есть световые. Я белилами сейчас очень рачительно буду пользоваться и местами подожгу аж вот до такого состояния раскаленности света, белого. Ну вот эта морда крокодила, конечно. Еще один крокодил. Он отсюда ушел, сюда. Переселился. Ну все, уже пропал крокодил, опоздали. Листик должен быть изящным. И вот здесь теневым для поддержания контраста. Правда классная роза, да? Может, следующим мастихинчиком? Море-то мы поняли. А? Видишь, два местечка, и получается, что как бы еще одна тональность появляется. То есть ты спектр от тени до от света до тени расширяешь, увеличиваешь. И то, что у тебя раньше было светом, вот здесь, при вот таком, становится уже полутоном. То есть ты в одном месте усилила, и пострадало все. Ну, не пострадало. Там он более холодный, но он пускай будет тепловатный. И рваности, видишь, не стоит слишком тут. Хотя вот это классно, прямо буквально два мазка. Чтобы она сюда больше развернулась. У роз есть такие штучки. О, давай вот что сделаем. Не знаю, будет ли лучше, чем было до этого, но как бы в серединке какой-то такой бутончик. Конечно, розы желательно с натурой писать, когда у тебя они под рукой, они более понятные. Да, конечно. Не очень понятно.
Что кажется? Мне кажется, у меня уже хорошо. Я уже пошла. Издали вообще замечательно. Все-таки раздал холодного. Не удержался. Вот этот цветичек такой странный какой-то, мне сам не знаю, как подмешался. Ну красивый. Его можно тоже распространить местечками. Он и не сиреневый, и не розовый какой-то такой. Куда ты говорила? Сюда холодный. А, да. Точно. Вот по поводу вазы нужно ее немножечко подровнять. Причем вот так уконтрапупить ее. Это контраст увеличить. Такие шорохи, ужас. Вот здесь можно, вот представь, что это стена, да, которая там какая-то тень появилась на стене. Это тень на столе. Вот она, единая. И за вазой, вот прямо за ней, вырывается светик на столе вот так. А? Нет, тут не голубой. Никто не голубой на картинке. Вот здесь хочется. Чтобы он и не кричал, и был. При этом, ты видишь, я вазу немножко закруглил. Да? Угу. И, соответственно, с другой стороны тоже. Тут у соседей есть какие-то краски. Вот, например, бирюзовая. Ее можно применить вот тут. Ну, чтобы не было это одним пятном таким, знаешь, никак, как у него. Ну, никакое темное пятно. Так у нас тут что-то. Ну, ладно. Уговорил? Уговорил? Ну, оно не кричит и очень полезное. Причем, если ему еще дать вот здесь, смотрите, да? Они перекликаются друг с дружком, как будто бы это что-то интересное. Ой, а мы можем еще и красный здесь. Допустим, тут яркий какой-то светочек, да? А у вазочки оно не ярко. Ну, рефлекс да? Такой получился. А к этому всему, чтобы оно стекло, смотри. Она ну, не настолько стекло, насколько может быть, но как бы ей это не мешает, мне кажется, да? Что там, веточки? Не знаю, я экспериментирую. Да, наверное, хватит. И тут осталось несу. Да, 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 куда-то меня уже. Розы квадратичные, в принципе, они такие. Смотри, кто-то сверху все наложил. Какой-то голос мне подсказывает, успокойся. Внутренний. Ты согласна с этим голосом? Я согласна. Нравится тебе? Да. И мне. А будем добавлять спрейзе? Да можно, только кистью. Мне кажется, она сейчас утонет. Не, не утонет, но постараюсь. Видишь, я угол наклона кисточки взял такой, когда краска практически не подмешивается, то есть она лежит холсту вот так.
Да возьмите что-то какое-нибудь. Дальше. Ладно, дарю, дарю. Да, даришь, правда? Дарю, дарю, дарю. Он же не новый. Ну, кисть, видишь, она еще может уточнить. Кисть пошла по розам. Да. Пора отбирать. Отнимите у него кисточку. Тащите художника. Тащите художника. Красная, можно их розовыми? Кого, кого? Бутончики. Розовыми? Ну, они какие-то очень красные. Ну, это лучше, и хорошо точно. Ну, так? А что не знаю? Ну, хорошие. Чего ты? Мне даже вот эта часть больше нравится, чем вот эта. Ну, именно по... насыщенности. Вот именно... Ну, вообще просто... По технике использования. Визуально, наверное, по технике, да. Ну тогда и работай в этой технике. Она, ты видишь, несложная оказалась. И ты вполне справилась, да. На листиках под рядом с красным цветком в любом случае отразится краснота. Ну, тут, конечно, речь не идет о том, чтобы это тиражировать, но как-то чуть-чуть показать это, о том, что ты знаешь об этом, не надо. Да, все, Остапа понесло. Давай один вот так собьем, чтобы он там потерялся. И хорошо. Молодец. Спасибо. Пожалуйста.